Всем здорово, народ! С вами Алекс Диего, игра в Warlock 2, God of Swear. Мы продолжаем проходить наши магические похождения, нынче опять в силе. Ой, на чем мы остановились? Я уж, блин, и запамятовал о том, когда же я последний раз здесь был. Так, у меня 9 уровней. В принципе, я мощен. Так, а вот тут есть обновление. Так, красные дополнительные снаряды. Движение дыхания, с которого попадает снаряд, неинтересно. Цветы на какое время остаются на земле. Отлично. Я забыл, в какую сторону стрелять, если честно. Так, дрон получает дополнительные выстрелы, кажется, следующее. Пуль носит меньше урона. Пуль наводит с цели. Так. Требуется по два. Ладно. Пока что, в принципе, по силе я мощен. Так, что у меня по снаряжению? Снаряжение всякая фигня. Ту-ту. Можешь продать все к чертям. В принципе, я ничего полезного не вижу. Ладно, пойдем дальше в наш магический портал. И мне надо в пустоши. Вот сюда. Давно я не был в этой игре. Мне даже самому уже любопытно, как тут вообще... О, я появляюсь. Привет, крокодил. Так. Эй, ты! Да ты! Что ты здесь делаешь? Обычный дворец, разумеется, я все про него знают от и до. Только с моим кузеном об этом не говори, как вообще можно верить этому чокнутому старому хрычу. Он врет, как пишет. Естественно, я могу тебя тут отвезти быстро, легко, без затруднений, но сначала тебе надо будет найти образец особого яда, который выделяют корабеи-мутанты. Я знаю все ходы и выходы, не беспокойся, принеси мне яд, и мы когда-нибудь что-нибудь придумаем. Так. Я забыл кнопку. Почему я стреляю на эту кнопку? Странно. Так, как-то посподручнее мне. Так, как, кстати, мой этот прокачался до последнего уровня, да? Мой звереныш. Да, прокачался до третьего уровня. Все, теперь он самый крутой во всей округе. Так, не то. Это у меня, правда... О! Я немного покоцала. Так, ты что мне скажешь? Ну, будучи не торец, ха, лучше не говори об этом с моим чокнутым кузеном. Боюсь даже представить, что он тебе скажет. Если бы найти кого-нибудь, кто часто бывает в этом месте, да? Я повезло, у меня был договор с чародеем из облачного дворца. Знаешь ли, договор — это дело серьезное. Я едал много важных вещей. В общем, я знаю, как туда попасть, но видишь ли, я подписал соглашение о разглашении. Я совсем не хочу его нарушать. Но мы найдем способ как-нибудь обойти этот момент, если ты кое-что для меня сделаешь. Хорошо, где он? Мне нужны травы для мази. Запомни, одна часть кровавого кустарника, одна часть ростков памяти, две части высокой травы. Тогда почему ты еще здесь? Принеси мне их. Так, одному надо одно, другому надо другое. Ничего себе!
Так. А, вон. Знаю, что это за хрень была. Уи! Окей, с обоими братьями я поговорил. Каждый меня теперь отведет. Мне теперь надо осталось собрать все нужные ингредиенты. Уф, магический. Ивака чертова. Отлично. Он прям вообще не позволяет подходить ко мне теперь. Так, ты что за чудо-юдо? Поднять. А я что-то с него получил, какой-то нужный мне ингредиент. Пойдемте спустимся вниз. Вниз. Кто тут у нас обитает? Что, еще так просто не спуститься, блин. О, еще один. Ну, теперь есть смысл стрелять под ноги, чтобы цветы еще и в землю втыкались. И чем дольше они там держатся, тем выгоднее для меня. Промазал. Надо же было так. Так, чародей местный. Так, и что у нас здесь? Интересные такие расположения всего и вся. И не везде можно пройти. Удивительно. Так. Чё, тварь? Не знаешь, с кем связалась? Я бы тебя с цветами засажу. Так, мне что-то там перепало. Из одного набора. Электрический наркотик, ржавая энергетическая мантия. Все по защите, минус урон. Какие-то растения. А, ну высокая трава, которая мне была нужна, есть одна штука. Кто-то там стрекочет, блин, очень мерзко. Ты стрекочешь очень мерзко. Так. Одно задание мы выполнили. Ты чё ты хочешь? Мерзкая тварь. Цветок тебе на могилу. А в упор пострелять не хочешь? Все? Как я? Блин, эта способность прям уникальная. В плане того, не столько, блин, я использую для убийства врагов, сколько для того, чтобы свалить или для куда-нибудь добраться. Я и до этого не был. Я прям чувствую, что я популяцию их не уменьшаю прям вообще на глазах. Быстренько же, да? Оп. И я наверху. Так, вот там есть еще проход выше. Придется запрыгнуть и убить его. Ну что, хотел, стрелял в меня. Подлец, как он мог. В бедную, беззащитную меня. Я ж тут королева ведьм, блин. Да, сам умрешь. Сам наступишь и умрешь, дурак.
Ничего себе. Все равно меня ударил, сдох, но ударил, блин. Мерзкий тип, а. Так, у этого панцирь, понятное дело. Забираем. Так, не подходи ко мне. Этот там закидывает, блин, хрен знает откуда. Девшие, блин, уродцы. Сколько можно вообще? Так, я что нашел? Еще много чего не нашел. Второму из братьев. В первом как-то проблем так не возникало. Куда там ее отбросило? Че, ракетчики всякие. Да вы че с вами не так-то, блин? Так. Че вас всех разносит-то, блин? Во все стороны. Черти вы какие-то мягкие, блин, мягкотелые. Так, ну и чё, куда мы прям? Пустыня прям бесконечная, что ли? Все, собрал, жив остался. Так, надо сделать так, чтобы цветы дольше были на месте. И тогда будет проще жить нам в этой вселенной. В этом прекрасном мире. Куда там его унесло? Так, и что у нас? Росток памяти. Долго со мной будешь летать? В принципе, если на месте стоять, он тебе ничего не сделает. Но я один росток не нашел. А где он? Игра, что за подстава? Так, теперь я могу улучшить. И то. Так, улучшить дополнительные заряды дрона. А давайте, да, нормально. Да ё-моё. Так. Это улучшить что? Саморазрушение. Угушение. Неудобность. Так, да, дополнительные снаряды возьмем. И наводящиеся пули. Все, отлично, у меня есть уровень. У меня есть пушка, стреляющая самонаводящимися снарядами дважды. Я думаю, будет несколько пушек. Вот несколько пушек было бы вообще, наверное, замечательно. И хоп, такие две пушки появились и разом стреляют. Одна пушка, стреляющая постепенно, но такое себе, вы сами понимаете. Используем уловку, чтобы просто двигаться быстрее. Пустыня, блин, такое место, да? Идёшь себе так медленно. О, враг бы. А, они просто стрекочут сами по себе. Мерзкие черви. Как они посмели на меня напасть. Так, ну и что здесь есть? Я, наверное, только в той стороне не был. Вот где-то тут.
Так, а тут есть спуск. А, ну я тут был. А я отсюда вылез. Мне. Вот тут я не был. А тут тупик. Тупо тупик. Тупик. Хорошо. О, мужик появился. Да уж. Страшная участь. Чего не скажешь. Я ж тут это все обошел, да? Прям, я тут, да, я тут всех убил. Эмай. Сейчас тут делать-то? Меня застанили. Все насобирали. Эти там лежат, теперь трупы их не стыкочат, раздражают. Цикада, блин. Здоровенная. Здоровенная цикада. Там опять они ожили. Так, все. В принципе, я их убиваю для чего? Для того, чтобы повышать свой уровень, прокачивать урон. В целом-то я оружие прокачал полностью. Нет, другого выбора нету. Так, а ну я тут здесь не был. Здесь ход наверх. А, вот оно. Знаю, что она хотела. Всем надо, всем отнесу ингредиенты, у меня их много. А эта мерзкая тварь лежит там и. Черт, на мне там лезгинку вытанцовывают. Ты, тварь мелкая. Так, это да, давай сюда, посмотрим, как работает мастер. Приступим к удалению. Купи и пузырись мое зелье. Хе-хе-хе, берегись и пей. Сработает 100%. Пристегните ремни, фью, безопасное приземление. Опять меня застанили. Че у них застаны такие? Так. А я довольно-таки много накопил. Уже что получается? У меня 48 было, 38, 10 тысяч. Ай. Так. Где хранятся эти нечестные растения? Ладно, пусть они мокрые от пота, все равно сегодня. Ладно, сходим-ка и присмотри. А сколько метеорита? Три тушки хороши, крупненькие. Кто-то не так сказал. Вперед. О, какие же славные. Но разве можно
было ждать меньшего от кого-то вроде тебя. Теперь принеси мне 7 маленьких блестящих. Эй, спокойно, сделай глухий вдох. С чувством юмора у тебя не очень, да? Так, в Тарторской долине живет огромный летающий зверь. Говорят, он полностью сделан из макарон. Когда я был маленьким отшельником, мой дедушка мне рассказывал, как один герой поднялся на этого зверя в небо и построил обычный дворец. Разумеется, это просто сказка, как и все детские истории. Но знаешь ли, в каждой сказке есть доля правды. Тебе рассказывали все, что знаю. Хватит с меня гостеприимства, убирайся с моей лужайки, вон из моей сочницы. Попробуй вкуснейший напиток. Ну, надо все попробовать. Эй, дыра, не может быть обычным дворцом. Эх, старый чокнутый идиот, я трачу время. Это чё? Куда меня телепортнуло? А, ну тут этот сидел. Хрен моржовый. Который мой зад надрал. Ладно. Главное, я выполнил все задания, остальное не так важно. Так. Что у меня по ингредиентам? Сила атаки, скорость атаки, сила пробивания брони, шанс критический удар. 93... 0,93% больше урон. А, остальное все продам. Давай поторгуемся. Я хочу продать тебе... Так, тоже продам. Можно у тебя купить фигня. Да он всякую фигню продает вечно. Ничего толкового у него нету. Прям обидно даже как-то. Кого, не знаю, на кого рассчитан этот магазин. Так, погнали. Так, долина, да? Торгская долина, где нас торкнет не по-детски. Так, тут сразу задание какое-то. Чё хотим? Хорошего дня! Ты, похоже, из тех, кто любит сражаться. Давным-давно, но, может, полгода назад, племя Свали отправило меня на поиски решения проблем с тотемами, которые высасывали из них жизни. Но я, на самом деле, не... создан для такой работы. Если я вернусь с пустыми руками, нет, я не могу вернуться ни с чем. Что? Бог Фан побежден, слава горам. Я могу вернуться, нет, я не могу. Свали верят, что справиться с этими поможет голова песчаного короля. Я не могу оказаться без нее, но я слишком слаб, чтобы ее победить. Помоги мне, прошу тебя, не хочу жить в этом вонючей пустыне. Свали Барт, мой дом, мне нужна только голова песчаного короля, этот зверь, который живет в лабиринте под нами. Конечно. Это, наверное, та хрень, которая мне перенести должна. Че, убьем ее. Должен быть, да, говори, давно же не было. Так что пора бы одному из них объявиться. Куда побежала? О, хватит. Что у меня за мега отталкивающий эффект, блин? Прям до смешного сильный. Хотя и очень полезный. Тут я не поспорю. Как бы... А тут главное делать резких движений.
Так, с него выпал топор. Топор говна. С него выпал топор говна, потому что сам он был таким же говном, как его топор. Так, ну мне надо вниз. Ой, там Джеки Чан, блин, на меня напал. Местный. И поэтому мы его развоплотили. Так. Покажи песчаному королю, кто главный. Главный. Всех главней. О. Таких, что ты тут делаешь? Вот эти сферы и не убить, и ничего. Странная штуковина. В принципе, я могу вернуться обратно, мне никто не мешает. Офигеть можно. Но если я буду стоять на месте, этот дракоша мне ничего не сделает. Так, ну отлично. Развоплощаем противников, даже к ним не подходя. Так, из него выпали ботинки. Так, осматриваем ботинки. Говорим, что они неплохие, но не дают никаких стихийных уронов от нескольких вещей. А ты чё? Кусочек мяса упал, где-то там еще стрекочет эти твари бессовестные. Как охота убивать его с одного удара, если честно. Спустимся еще ниже. Женщина, вы куда? Женщина, постойте! Я только спросить, блин! Она сразу умирает. Я еще даже ничего не спросила, она уже умирает. Какие мы нежные, знаете ли. Всему должен быть предел. Какая-то прям недотрога. Эй, ты! Берем его мясо. Мы хилимся мясом. Потому что мы хищник. Хоть и стройный. Раз обрывать. Залечь и собрала смылочка, да? Ну, в принципе, да, отталкивание меня спасает. Вот, черт. Мощный гаденыш. Так, слышь, чё? Ты место свое знай. Вот в этом углу. Сиди смирно. Рыпайся. А, музыка это пассивно-агрессивная, блин. Иди сюда, тараканище. О, энергетические наручи. Я, по-моему, таких нет. Там баба стреляет. О. Куда? Ой. Вот неизвестные стороны от меня, блин. Там урону-то вообще капельки проходят. Упс, не та. В ту сторону было помечено мое
место передвижения. Так. Да, я тебя убью. В плане того, как бы я способен на то, чтобы быстро убивать. Да уж. Так, с него что-то тоже выпало. Собираем изумрудики. Люблю блестяшки. Она, я не знаю, загипнотизировать меня хочет. Это музыка. Там интересно, что это игра, блин, да, четверых. Как бы. Не знаю, как мне играть четвером. В одного еще ладно, я как-то это прохожу, но в четвером это же прям. Наверняка попа боль просто огроменная. Умри. Дракона своего забери с собой. Непонятного. Куда пошла? Стойте, а кто отпускал, а? Тыщ. Дерзкая женщина. Так, о, уровень. Уровень это хорошо. 17 уровень это здорово. Там что наверху? Пойми, где здесь выход, где здесь вход. Я там одну... Один проход пропустил. Ждем. А мне тут... Этот был или не был? Вроде не был, потому что... Руфиков никаких вражеских не наблюдается. А, я тут... А, это, верно, несколько ходов есть сюда. Многоходовочка. Ой, блин. Так. Многоходовочка. Куда ты хочешь улететь? Поломали стражи. Где я там бегаю? Да, это, в общем, другой ход. Все зачистим. Куда полетел, блин? На своих подсечках непонятных летает из стороны в сторону. Так, надо все осмотреть, чтобы не сожалеть от этом будущем. Ух, блин, гигантская тварь. Ты можешь песчаный король. А ты сдохнешь. А, ну да, это голова. Офигеть, блин. Жесткая тварь. Трофей голова песчаного короля. Так, во. Точные часы. В атаке 10%. У него также тут выпали мне какие-то предметки. Какая-то корона. Вот, я тут был, мёд его пил,
короля нахрен развоплотил. Так, ну это я могу, в принципе, и выполнить после того, как пройду миссию, вернусь потом обратно тупо и все. Как неудобно-то, а. Оп. Ну, выпал. Куда побежал, э? Купи песик, песик купи. Раканья морда. Как я без этого наука делал? Да, навык прям экстра класса для передвижения. Он, наверное, предназначался не для этого, но что нам его мешает использовать именно таким образом? Так. Здравствуйте, девушка, я из компании Oriflame. Хотите прикупить нашу косметику? Новая. Ты как там просочилась вообще, а? Тварь. Один дракон исчез. Уи. Опс, не та кнопка опять. Еще есть куда-то проход. А, проход просто за деньгами. За деньгами проход тоже неплохо. Так, и что у нас выше все? О, выше и... Выше! Черт! Ладно. Это мое путешествие здесь заканчивается. Потому что я вверх уже запрыгнуть не могу. Приятно, конечно, осознавать. Но все-таки игра местами сделана так, что не получается таким образом схитрить, каким это делаю я обычно. Тоже прохода нет. Как я должен был бы тут проходить, не было бы у меня этого навыка. Я и назад не вернусь, то есть приходилось бы мне телепортироваться на базу. Игра, блин, она геймдев тут вообще прям... страдает на обе ноги. Кривые. Некрасивые, небритые ноги. То, что у моего персонажа в колготочках, бритенькая, вся красивая. Прям куколка. Могу и не налюбоваться. Только шок остался. Уть. Хрень тут сдохла. Неправильное существо. Так, ну мне тут надо поговорить с кем. С кем-то надо поговорить вот. Так, блин, сколько можно пользоваться этим неправильно здесь, да? Спуск, спуск, враги уже начинают появляться заново. Встаньте от меня. С него что-то выпало, подвесочка какая-то. В принципе, все. Встань от меня, женщина, я в печали. Можно идти вперед, тут какие-то... Что это за цветы такие?
Кто смеет нарушать мой покой? Конечно же, я сделаю не из макарон. Кто тебе это сказал? Ладно, мне все равно умри. А вы чё, твари тупые? Эта тварь улетела. А вот ты где, тварь тупая. Надо все, что не могу на тебя залезть. Я тебе показал, где раки зимуют. Ты членостоногая, блин. Какие-то крысы непонятные. Так, я застанил. Вся. Потрогав его. Смотри, сколько у меня миллионы, миллионы, миллионы новых роз, блин. Опять там щупальца будешь сувать. Ну-ка давай, иди. Блин, как... Слушай, ты жирный, как поезд пассажирный, блин. Монстр из макарон. Иди сюда. Ты непонятная хрень. Еще и свистит, как чайник, блин. Так, давай, в упор. Хватит кипеть, блин. Офигеть, он закипает, конечно, так стрёмно. Так. Ах, черт. Хватит бегать тут, блин. Как дети малые. Давай уже сдохни, блин. Все. Идите летающего монстра. Отличная ачивка, я ее сделал. Так, ой, больно было. И все вопросы стоит решать силой, знаешь ли. Можешь летать хоть в Нарнию, главное потом оставь меня в покое. Хорошо, ладно, запрыгивай и полетели. Все, отлично. Ну что, народ, сегодня закончим. Был с вами Алекс Диего, игра Warlock 2. Вот тут Суэйр. Мы побили монстра из макарон. Да уж, блин. И песочного короля. Так что мы прям вообще молодцы нынче. Правда, из магов остался только я. Маг на все случаи жизни. Вступил в орден, который уничтожили, блин. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой YouTube канал, ссылочка будет в описании. А я желаю вам всего скорого и удачи! Пока-пока!